Завершились игры в группах студенческого чемпионата по футболу не старше 21 года. И 25 октября начались полуфинальные игры. В первом матче встречались команды СТ-23 и Э-76. Они еще не знали поражений и на двоих забили 127 мячей. В матче между собой обе команды забили по одному мячу и так и остались непобедимыми в этом турнире. Лишь лотерея в виде серии пенальти помогла выявить первого финалиста, и им стала СТ-23. Сразу же после первого последовал второй полуфинал, в котором сошлись студенты группы ЭПП-75, действующие победители прошлогоднего первенства, и ученики школы номер 3. Даже болельщики то и дело кричали название своей группы, а затем уже и просто выкрикивали в поддержку название учебного заведения. Но и те, кто учится в школе номер 3, вовремя проснулись и стали в ответ поддерживать родную школу. Эмоции трибун были понятны. На поле получилась прекрасная битва, в которой школа номер 3 смогла собраться при счете 1-4 и забить подряд 5 мячей. Сыгранность ребят, желание победить помогли команде школы номер 3 стать вторым финалистом.